Меня зовут Кирилл Хрусталев. Мне 7 лет. Живу я в городе Богородск Нижегородской области. Родился я 2 мая 2011 года. Тренируюсь я в детско-юношеской спортивной школе «Ради Нижний Новгород». Мои спортивные достижения. 1 по 3 марта 2019 года на турнир Emerald Cup. 10 место. Лучший снайпер, лучший игрок матча и лучший нападающий команды. Мой кумир Кирилл Капризов. Я хочу с ним познакомиться. Вечно длится, я не помню, свет.